Всем привет-привет! Мы с вами приехали в Ашан за продуктами. И Макс тут ходит, ищет какие-то новогодние ништячки. Поэтому мы с вами сейчас посмотрим. Ашан такой уже украшен красиво, новогодний. Всякие свечки. Аромат, конечно, тут невероятный. Смотрите, какие свечки красивые. Чашек очень много, бокалы всякие. Креманка, типа мороженица, стеклянная, красивая, вот. Стоит всего лишь 34,90. Я хочу себе для кофе вот такую вот чашечку. Есть такие, типа, с двойным дном стаканы, но я что-то их тут не вижу. Вот эти мне тоже очень нравятся еще. Такие 33 гривны, тоже прикольные. Тяжелые такие, толстое стекло, качественные цветочки, куча разных прикольчиков. Смотрите, как украшено. Классные. Максу снежинку возьму. Тоже красиво. Ой, мигусенькие. Класс. Белки. Ай, класс. Веточка с шишкой и белкой. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я вообще раньше любила очень такие вот наборы. У нас коты. На елку я особо не вешаю стеклянные игрушки. Поэтому довольствовалась пластиками. Где-то уже делись. Вау! Классная! Папа припал. Ау. Да. А, прикольно. Офигенная железная дорога. Смотрите, прям огромная. С краном на пульте управления. 650 гривен. Класс. Так это вообще, я думала, 1003 стоить будет. Да? Красиво. Вообще очень круто украшено. Людей я не скажу, что много. Мой любимый отдел. Блокнотики. Какие красивые. Класс. О, Господи, это мой рай. Круто. Датированные уже сделали. Ручки новогодние классные. Прикольная, такая тяжелая. Тоже маленькие такие, люблю блокнотики. Папа с Максом вон залипли. Нужна упаковочная бумага, но в АТБ она стоит 9 гривен, а здесь 39. Прикольно.
Прикольно? Классно, да, что-то? Что? Франц? А? Дорога. Вот она! Ну да, это вот все оно. Оно не дорогое? Не-а. Класс, да? Ага. Поиграем в классе. Давай. Классная, да? Она на батарейках? Классно! Ой, класс эти. Чобит, смотри, классный. Да, и правда. А, это вот этот. 8 гривен. Ну, посмотри, какой огроменный. Да, в виде снеговика. Дед Мороз классный, да? Да нет, наверное, это просто статуя. Вау, Мишка. А снеговик какой красивый. Да, мама, я хочу просто взять какого-то. Нет. А Мишка? Нет. У нас уже некуда ставить. У нас там и Санта стоит, и снеговиков куча, и все остальное. Пойдем дальше? Да, пошли. Мам, надо нам еще кленовый сироп. Да. Ой. Кто это управляет? Показалось. О, а нет, это попутки. Постоп. Ой, а это сквиз. Ага. Нашла упаковочную бумагу за 10 гривен. Я думаю, это крафтовая. Возьму несколько штук и для и под елочку запаковать. Нам надо для украшения для елочки под елку сделать, да. не настоящие. Надо еще вот эту взять. Вот это мне очень нравится, смотри какая. Да, и вот это мне. А я не знаю, сколько это стоит. Это, наверное, дорогая, по 35, видишь, цветная. Вот сюда ставь. Я думаю, что это черно-белая вот это вот. Можно, конечно, пикнуть ее. Не пикается. Десять гривен можно брать. О, давай. А давай попробуй мою, посмотрим. Какую? Вот эту. Давай. Интересно, надеюсь, она не дорого. Вот это. А, это красная, наверное, дорого. Я просто не вижу смысла по 30 гривен покупать, чтобы вот просто папа запаковать их. Десять девяносто тоже нормально. Три. Четыре штуки берем. 40 гривен. Машинки. И что, ты думаешь, от количества машинок будет стоимость? 219 гривен, Максим. Угу. А дед тебе вчера 6 купил за 150. Угу, как дорого. А дед, как будто не будет. Это же такая снеголепка. Ага. А давай возьмем. А снега нет. Ну, когда снег будет. Когда снег будет, приедем, купим. Ладно. 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 Шитя книжку выберем. А? Книжку тебе выберем. Читать? Да. А чего? Я бы хотела себе такую панду. Я же помешана на пандах. Угу. 1400 гривен. Что? Я тебя люблю. И я тебя. Пойдем еще посмотрим. О, пошли туда.
Мы же там были. О, нам надо купить этот кондиционер для белья. Да. Кондиционер. Такие дорогие игрушки тут всегда в Ашане. У нас есть магазинчик возле дома, мы всегда там берем. Мама, а я тут игрушки. Что-то сказать. Говори. А еще мне мама с папой купили воздушный шар с Дедом Морозом и подарком. А мама предложила мне снежинку. Да? Не предложила, а взяла. А взяла. Ага. Мама, смотри. Там украшено. Да, вот эти кондиционеры. Сейчас покажу вам, что я беру. В принципе, мне по барабану вообще какой. На цену я не смотрю. Ну, в смысле, по дороговизне. Мне безумно нравится вот этот аромат. И зеленый. Вот этот цветочный. Очень классный. Они всего лишь по 26 гривен, но аромат от них классный. А, остался там. Мам, я хочу как папе. Иди к папе. Отнесешь один туда? Да, но только я боюсь. Вот там вот. Я тоже уже иду. Вот таких вот три штуки беру. Всегда в Ашане берем вот такие вот салфетки. Тоже 18,90. А приятный аромат. Не сушит кожу, кстати. Часто вытираем руки. Ой, классный, он еще с этим? Ух ты, крутой. Ага, приятный. Ну, давай возьмем. Бери. Возьми две какие-то. Давай. А вот, вон белая прикольная, смотри. Да, давай. Вот. Давай понюхаем. Ух ты, кокосом пахнет, да? Да, мама, посмотри. Мочалка. Мочалка, видите, ага. Ага. И вот это. Ага. Ватные диски тоже всегда беру в Ашане. Очень. Кстати, косметику убрали, наверное, декоративную оставили. Вот, по 18 гривен классные. Кто не пробовал, попробуйте. Прикольные. Недорогие и хорошие. Не разлазятся, ничего. А, ну да, 120 штук. Вот, я всегда беру несколько. Надеюсь, где-то есть кленовый сироп. Найдем, должен быть. Да, но если будет, то это будет вообще классно. Ага. Смотри-ка, елка из этого. Да, я видел. Круто, да? Да, елка из бутылок. Прикольная. Кто-то игрушку повесил. Да. Нашли прикольные чипсы. Кто не знает, есть в Ашане 33 гривны. Здесь с маком качки и брусники, перец халапеньо и сыр и вкус сладкого тайского перца. Есть еще лук параде какой-то и горячий соус чили. Прикольные. Вот, кстати, еще черный. Вкус бальзамического уксуса и соли. Прикольно. Мне так нравятся елочки эти из пива и из других напитков. Макс очень хотел кленовый сироп. Тут вот есть только такой топпинг. Я нашел кленовый сироп. Все. Да? Да? Теперь можно идти на смотри, карту. Набор. Да. Карамельный, ваниль, ирландский ликер, лесной орех и шоколадный сироп. Ух ты, набор! Прикольно. Возьмем этот желе. Ух ты. Желе возьмем? Да, возьмем. Какое? С каким вкусом? Смотри, клубничное. Клубничное. Давай. Мама. Малиновое. Мама, еще я взяла вот такое. Оно фиолетовое. Ага, черничное, да? Да. Что еще возьмем? Ой, а это коктейль. Типа, делай сам. Мороженое. Мороженое? Да.
наверное, нельзя. О, со вкусом апельсина возьмем? Да. Попробуем, ни разу не пробовали. И приправки нам надо. Чесночный. Ага, лесные ягоды. Лавровый лист. Копченая паприка. Безумно вкусный. Курица всегда беру. Очень вкусная, кстати, недорогая. Ага, это на тортике, да? Ну, у тебя же целая банка такой. Забыл? Так, 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 так. Я еще беру всегда здесь... Что? Ну зачем, сынок? Беру всегда соль. Вот эту соль обожаю просто. Вот эту вот вообще прям когда заканчивается. Она нереально удобная, очень классно посыпает. Два разъема, и она очень-очень мелкая и очень вкусная. Вот, беру всегда несколько штук, когда по 12 гривен, вообще обалденная. И экстра брала тоже, пищевая. Вот, так что сейчас возьму несколько штук, наверное, штуки 4 возьму и в село заберу. Давай. Нашли такие украшалки. А тут тоже, смотри, вот классная. Да, тут белый тоже. Шоколад, наверное. Вот этот прикольней. Да, давай возьмем это. Да? Угу. Классный. Я хочу тортик испечь. Испечем какой-то, да, тортик? Либо кексики можно сделать. Давай тортик. Давай. Будем кушать. Зимовый. Это сколько он стоит? 0,970, 0,970. 22 гривны. Вот. Прикольные такие есть. Классные. Что возьму? Прикольная Пизанская башня и Эйфелева башня. Классно украшена. А покажи мой шар. А ты ж показывал уже. Прикольно, так красиво украсили. Ага. Снимаешь? Ну да. Может и нет, может и да. Хочу овсянку себе. Никак не выберу. Сгущенку? Не. О, а я люблю. Мы другую возьмем, там удобную. Залитый укропом, горячим молоком, спиртношение, так, настоятый. А, ну вот это отлично, оно можно настаивать. Возьму такие. Что значит Кристина 5 месяцев не была в Ашане? Посмотрите, какие обалденные макароны просто. Смотри. Класс. Спагетти. И смотрите, куча-куча всяких приправ, соусов, специй. Написано «Товары свиту». Класс. Прикольно, так интересно смотреть. Такие печеньки. Унаги соус соевый. Прикольно. И тут прям два ряда. Класс. Вот тоже. Класс. И там товары из свиту. Класс. Ну что, скупились мы. Чек у нас, конечно, двухметровый. 3253 гривны. Но накупили мы достаточно много всего, поэтому... Ашан я люблю больше всего, потому что корм котячий Оптимил, Пурина, мы берем по 160, а тут 132 гривны. И очень много разных акций, которые позволяют экономить достаточно много. Вот, так что, такие вот дела. Уже вечер. Вечер. Мы всегда ездим в Ашан Петровка. Такой прикольный чувачок. Давай руку.
что, мы уже скупились. Папа там грузит. Я буду пробовать вот такую штуку. Это мелон водка. Дыня с водкой. Типа мороженое. Прикольно. Мама, как будто какого цвета? Желтая. Желтая? И правда. Мама, а то было фиолетовое. Да. Купили кучу всего, хотела распаковку вам из Ашана снять, но в принципе нет смысла, потому что я показывала все, что мы брали. Ну давай дома уже оторвем. Давай. А то сейчас порвется шнурочек и все. А? Очень много акций новогодних всяких предпраздничных. Да, еще уже продают вот такие шары. Да, прикольный воздушный шар. Правда, 100 гривен, 100 гривен стоит. Вот такой шар в виде арбуза. Да. А там... Санта, да, Дед Мороз с подарком. Класс. Я не видела, я думаю, это просто шарик. Прикольно. Ну, ты знаешь, что он пластиковый? Да. Да, и даже корзина пластиковая. Ну, корзина точно пластиковая. Мам, а послушай, какой звук. Он на стекло похоже. Да? Да. Наверное, он на железное. Да не, на стекло похоже. Как будто стеклянное. Все, едем домой. Возможно, включусь.